Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как я получил назад свой пистолет. Вот он. Наконец-то я его получил назад. В феврале мне его забрали. Кстати, вон. Made in Russia. Байкал. Макаров. 4,5 мм. Вот так, ребята, он лежал у меня на столе. В этом виде, вот в таком же. Вот. Что они сделали с ним? Ничего. Ломали, что ли? Вот. Вот так он у меня лежал. Кстати, вот видите, баллончик этот. И вот сюда залазят эти шарики. Вот они. Вот они, вот такие шарики. Металлические шарики. Сюда их заправляешь. Вот так он у меня, короче, лежал. Даже с этими шариками. Вот так он у меня лежал. Ну, предохранитель был. Ну, как бы нельзя было стрелять. Короче, вот. За это я получил штраф 270 евро. Я их заплатил, эти 270 евро. Вот. Я думал, ну и все, значит, они мне вот так же вернут сразу. Но я ждал неделю, две, три. Ни привета, ни ответа. Ну и потом я начал сам им названивать. То прокурором, то опять в полицию, то туда. Ну и в итоге, спустя, я не знаю, 5 дней, как я начал им названивать, мне перезвонил один сотрудник. Ну и говорит такой: я дело нашел, типа, пистолет лежит в резерварте, ну, где хранят оружие, которое конфискуют. Мне надо его забрать, и я вам как перезвоню, то есть мы сделаем термин, встретимся. То есть я приеду до вас, во, он мне сказал, я приеду до вас, потому что, говорит, чтобы у вас не возникли опять проблемы. Потому что если вы его, типа, у нас заберете, и вас опять остановят, вам его нельзя с собой на улице таскать, вы это знаете, ну и опять возникнут проблемы. Я говорю, хорошо. Вот. Проходит 3 дня, он мне звонит опять, такой говорит, это, типа, как его, пистолет, короче, я забрал, говорит. Я пистолет забрал, можете приехать его забрать. Я говорю, так вы же мне его хотели привезти, мне же нельзя его с собой возить. Он говорит, да я почитал тут-то. Говорит, в принципе, ничего страшного, возьмите с собой рюкзак просто. Я говорю, хорошо. Поехал в полицию с моим рюкзаком, пришел, буквально 5 минут с ним по бля-бля-бля. Он мне там бумагу положил, я расписал. В рюкзак положил, он меня сопроводил до двери, до свидания. Вот знаете, вот одно дело, можно, что нельзя. Меня с полиции, знаете, я с полиции вышел с этим пистолетом в заряженном стиле, вот так. В заряженном стиле я вышел оттуда с полиции. И смешно просто. Смешно. Им похрен, по идее, да, на это. Просто, ну, а прокуроры, то есть город стянул денег с меня за вот такой поступок, что он у меня лежал дома, дверь была закрыта, никого дома не было. А они мне все равно стегнули деньги. А тут и мне полиция, полиция говорит, на, братан, держи, вот тебе улица, и иди. Короче, клоунада какая-то. Им вообще странно. О, кстати, это мой номер был, что ли. 0102. Закрыто дело. Вот такие вот, ребята, и дела. А тут что стоит? Geschosse, Hios. Магазин одном. А, это эти пули, которые были в магазине, когда они забрали этот пистолет. Кстати, они и стреляли с ним, проверяли его. Баллончики мои использовали. Вот. Не, ну просто смешно, да? Как бы хранить нельзя, а вот так тебе его выдают просто полиции. Полиция сама, и иди, типа. Короче, без разницы. Буду хранить...
Буду хранить его теперь в закрытом месте или не запускать всяких людей домой. Вот такие вот дела, ребята. Кстати, вот видите, вот этот значок. О, не в ту сторону. Вот он. F. Плохо видно, да? Вот этот F. Это обозначает, что этот пистолет можно купить просто с паспортом. Ну, совершеннолетним паспортом. С 18 лет. Все. Для этого ничего не надо больше. Вот такие вот дела, ребята. Так что, если у вас тоже есть вот такая хреновина, не возите ее с собой. Ни в коем случае. Это будет вообще стоить бешеные деньги, я думаю. От штуки, наверное, я не знаю. Сами подумайте. Он лежал у меня дома, мне дали, вписали почти 300 евро штраф. А если бы он у меня был бы там в машине или с собой вообще, да? Вот так идешь, тебя остановили, проверили. Такие вот дела, кстати. Но пистолет классный. Наконец-то я его вернул с собой, домой. А хотели у меня его отобрать. Хотели его, как первые письма писали, типа 500 евро штраф заплатить, и плюс они вот этот пистолет бы уничтожили бы еще. Охренеть. Так что... Вот такие вот дела, ребята. Не хочу. Сейчас бы показал бы вам, как он стреляет, но неохота мне сейчас его. Вот эти баллончики у меня нету. Видите, тут на специальный такой ключ. Ну или отвертку. Неохота мне сейчас ничего делать этим. Заниматься. Самое главное, что я его получил назад. И... Ну и все, над этим теперь точно дело 100% закрыто. Кто писал мне, кстати, кто писал в комментариях, что я его назад не получу, ни в коем случае, все, забудь его. Ребята, вот он. Что я могу еще сказать? Так что, все равно, храните эти пистолеты в местах, где никто их не будет видеть. Так что, до свидания. И всем хорошего дня, то есть вечера. Пока.